Блин, ребята, я рассказывала, у меня просто трясутся руки. Я вам теперь отвечаю, у меня просто тревожность, я теперь боюсь ходить в магазины. Я просто не понимаю, неужели я заслуживаю того, чтобы меня выгоняли из магазина косметики? И подходит охранник, просто наклоняется ко мне и такой: покинь магазин. Он вышвыривает нас. Почему людей, которые к вам приходят, вы к нам подошли и стали нас прогонять? Когда я включила камеру, вы почему-то решили уйти. Ну, расскажите что-нибудь. Вы только что меня передразнивали, говорили ой-ой-ой. Почему, когда вы увидели, что я крупный блогер с галкой, вы такой решили отойти от меня? А до этого вы просто до нас докопались. Литуаль, ну интересно же, ну... У меня сегодня произошла ситуация, которая просто настолько вопиющая из ряда вон, что мне даже нечего сказать, кроме слов. Нет, на самом деле мне есть что сказать, кроме слов. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Сейчас я буду вам рассказывать историю, которая произошла со мной буквально несколько часов назад в таком популярном магазине, как Литуаль. Дело происходило в городе Москве в торговом центре Афимол. Афимол находится в Москве-Сити, чтобы вы понимали, если вдруг вы не из Москвы и не знаете. То есть это достаточно хорошее место расположения, это достаточно большой крупный магазин с новым дизайном интерьера, и все у него как бы было хорошо. Хорошо, хорошо ровно до того момента, пока мы туда не пришли с моей подругой Тельняшкой, которая, кстати говоря, тоже блогер. Я расскажу вам все, как происходило, но я прежде чем начну рассказывать вам эту историю, хотела бы вас попросить обязательно досмотреть это видео до самого конца, обязательно поставить лайк и написать абсолютно любой комментарий, особенно в том случае, если с вами что-либо подобное уже происходило, потому что, ребят, ситуация, которая произошла со мной сегодня, может произойти абсолютно с каждым. И после моих сториз и информации, которую я поделилась с вами в моем инстаграме, я поняла, что эта ситуация настолько повседневная и обычная, что она уже даже никого не удивляет. То есть из серии настолько много вот такого плана историй, что я даже не знаю. Я приду в магазин, я захочу купить себе какую-то косметику, а меня просто возьмет и вышвырнет охранник. Извините, но теперь я просто боюсь магазинов, я боюсь заходить в Литуаль. Да, это звучит тупо, но, блин, знаете, это немножко страшно. В общем, ладно, обо всем по порядку, я сейчас вам все расскажу. Мы с моей подругой Тилькой решили снимать видео к Новому году с адвент-календарями, поэтому мы выделили сегодня целый день для того, чтобы пойти по магазинам и покупать эти самые адвент-календари. Важный момент, когда мы пришли в магазин с Тилькой, мы ничего не снимали, то есть мы просто пришли за покупками, мы были там как покупатели, никто не ходил, никому камеру не тыкал, то есть мы даже не доставали телефоны. Мы имеем право снимать в любом магазине, и вы имеете право снимать в любом магазине, но просто есть факт, мы даже этого не делали. Естественно, в какой-то момент мы зашли в Литуаль, я сразу нашла там адвент-календарь, кстати говоря, вот он, этот прекрасный адвент-календарь, который мы с вами будем вместе распаковывать чуть позднее на моем канале. Да, даже несмотря на всю эту ситуацию, я его действительно купила, потому что, знаете ли, адвент-календарь не виноват. Я подхожу к консультантке, спрашиваю, есть ли у вас еще адвент-календарь, она говорит, что не знаю, типа, спросите у другой консультантки, я подхожу к другой консультантке, и в тот момент, когда мы подходим к другому консультанту, к нам просто подходит огромный охранник. Чтобы вы понимали, мой рост и рост Тильки — это 1,62 м, то есть мы с ней примерно одинаковые, по-моему, она чуть-чуть пониже, но это абсолютно не важно. Одета я точно так же, как вы меня сейчас видите, то есть у меня обычный красный худак, куртки у меня не было, на мне и на Тельняшке были медицинские маски, то есть выглядели мы абсолютно вот так вот, с таким же макияжем, с таким же образом. А сумка у меня тоже вот такая вот маленькая, то есть все, это все, что у меня было. Куртка у меня лежала в машине. У Тильки тоже вот такая маленькая косметичка, красное пальто. Выглядим, ну, максимально обычно, как самые обычные простые люди. Никто не пришел, не знаю, там в косплее, никто не пришел голый, ни от кого не воняло. Я не знаю просто, что могло нас смутить, кроме, наверное, цветных волос, потому что больше нечего. И подходит охранник, просто наклоняется ко мне и такой: покинь магазин. Я сразу не поняла, что он сказал, честно, я просто не расслышала, потому что он еще как-то очень странно бубнил. Я такая: что? Он такой: магазин, покиньте. Вот с таким вот лицом он просто говорит нам: магазин, покиньте. Он наклоняется к нам и просто он вышвыривает нас. Я начинаю все это снимать, но я, честно, охреневаю, потому что первый раз в магазине косметики меня просят просто свалить. Нет, меня не просят, меня заставляют свалить. Понимаете, меня просто заставляют свалить из Литуаля. Я уже стою с этим адвент-календарем. Очевидно, что я ищу какую-то покупку. Очевидно, что я не вор, потому что у меня, блин, вот такого размера сумка и вот такого размера адвент-календарь. Что я могу туда положить? Туда вообще ничего не помещается. Туда расческа не помещается. Это обычная, вон, маленькая бананка. Он такой: покиньте помещение. И несколько раз повторяет. Тилька говорит: за что вы хотите нас выгнать? Он такой: бе-бе-бе-бе-бе. Вот вы можете сказать, что он не мог сказать бе-бе-бе-бе-бе, но это даже попало на камеру, поэтому давайте вместе посмотрим, как он сказал бе-бе-бе-бе-бе. Охранник в Литуале. Посмотрим. Почему людей, которые к вам приходят... А что-нибудь еще расскажете интересное? Просто вы очень интересно разговариваете. Вы к нам подошли и стали нас прогонять. Когда я включила камеру, вы почему-то решили уйти. Ну, расскажите что-нибудь. Вы только что меня передразнивали, говорили ой-ой-ой. Ну, может, вы расскажете что-нибудь? Я же буду вас снимать. Почему, когда вы увидели, что я крупный блогер с галкой, вы такой решили отойти от меня? А до этого вы просто до нас докопались.
Литуаль, ну интересно же, ну... Блин, ребята, я рассказывала, у меня просто трясутся руки, я вам теперь отвечаю, мне просто тревожно, я теперь боюсь ходить в магазины. Спасибо большое, но это просто, это безобразие, я не знаю, у меня просто шок, и мне ужасно стыдно за эту ситуацию, мне ужасно неловко. Теперь мне кажется, что я просто как-то отвратительно выгляжу, раз меня могут просто взять, ко мне могут подойти и сказать, типа, уходите из магазина, проваливай отсюда, спасибо, замечательно. И знаете, это просто катастрофа, это отвратительно. Я пришла в магазин покупать косметику, и меня просто выгоняет охранник. Я начинаю снимать. В какой-то момент, когда я начинаю его снимать, он сначала храбрится, потом, видимо, исходя из построения моей речи, он понял, что я, наверное, блогер, или я не знаю, что он там понял, но он как-то в какой-то момент начал резко пасовать. И когда он начал резко пасовать, я стала идти за ним, потому что, ну, как бы, здравствуйте, давайте мне уже интервью, раз я такой, раз вы были таким смелым, когда я не доставала свой телефон, и теперь давайте поговорим с вами на камеру. Я все это снимаю. Короче, Литуаль, здравствуйте. Мы пришли в магазин Литуаля покупать косметику Литуаль, чтобы делать распаковку на канале. Выходить. К нам подходит охранник. Не может вообще ровно ничего говорить, но выгоняет нас. Он начинает отваливать. Я сразу же пощу в Инстаграм, я сразу же отмечаю Литуаль, я сразу отмечаю, где это было сделано, я сразу пишу сообщение, что происходит. То есть я пытаюсь сразу сделать максимально, дать огласку всему происходящему. Тилька просто в максимальном шоке стоит, потому что ее тоже трясет, потому что настолько что выгоняли из магазина, и это ужасно стыдно. Вы не представляете себе, насколько стыдно, когда к тебе подходит так это верзило, когда на тебя консультант вот так вот мило, умилительно смотрит. И да, несмотря на то, что все находятся в масках, ты все равно прекрасно понимаешь вот этот вот взгляд, как бы ты его ни с чем не перепутаешь. Я, значит, я пощу сторис. Извините, ну, мне, правда, очень тяжело про это говорить, потому что это ужасно. И у меня тревожность. Я начинаю записывать сторис и писать текст. Вот, как здесь. Ко мне подходит какая-то консультантка. Я не знаю, узнала меня она или нет. Она такая спрашивает, что у вас произошло? Ну, я рассказала, что у меня произошло. Говорю, вот я сейчас отмечаю Инстаграм Литуаля. Надеюсь, у вас будут лучшие сотрудники после ситуации. Она такая, ну да, я тоже надеюсь. Еще мне очень понравилось, что когда к нам подошел охранник, он не сказал причину, почему. Он просто не говорил нам причину, почему он хочет нас выгнать. Он такой: выходите. 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 Ребят, выходите. Вот именно так все было до того момента, пока я не взяла телефон. Выходите, пошли отсюда. Пошли быстро отсюда. Давайте отсюда. На ровном месте просто снисхерали, наехал. Я даже не успела ничего понять. Типа, ты стоишь, что подходит какой-то мужик такой, уходите отсюда. Мы такие, типа, чего, простите? Вообще-то как бы это... Уже стоим с покупкой. Я просто не поняла. Просто снисхерали пришел, наехал. И потом еще такой... Я, блин, стою с покупкой. Я еще не оплатила, а мне подходит охранник, говорит, пошли отсюда. Тилька спрашивает... В чем причина? У нас маски. Мы обе стояли в маске. Я не понимаю, неужели я заслуживаю того, чтобы меня выгоняли из магазина косметики? Ребят, неужели кто-либо из нас заслуживает того, чтобы нас выгоняли из магазина косметики? Вы столько историй мне прислали, связанных с Литуалем, о том, как вас выгоняли из этого магазина. У меня просто случился шок. И я действительно в шоке от того, насколько много этих историй мне прислали в директ. Пожалуйста, если с вами тоже что-то происходило, обязательно напишите об этом в комментарии. Я буду их все читать. Я хочу знать ваши истории. Я хочу знать, чем у вас закончилось. Понимаете, мне очень страшно. Мне очень страшно сейчас за себя, за своих знакомых. Я не переживу того, если, например, моя мама, которую я уже не видела целый год, приедет такая в Россию, пойдет зачем-то в магазин в Литуале, охранника скажет, пошла отсюда. Вот так вот классно мы сходили в магазин. Лайк, подписка, краш. Спасибо большое. Плюс одна фобия. Я просто не понимаю, у меня обычный хвост, у меня обычный худак, и извините, от меня не воняет, я просто человек, который пришел в магазин. Да, я не пришла в магазин на огромных каблуках, я, может быть, не пришла в полностью брендовой одежде, но, может быть, если у охранников такой принцип работы, что они хотят выбросить всех, кто не выглядит как-то, я не знаю, как будто он собирался на карнавал, то, может быть, есть смысл поставить фейс-контроль в магазин Литуаль, потому что ты такая будешь заходить, как бы сразу тебе вот говорит, вот эта девушка проходит, а вот это вот отказ, и тогда ладно, нормально. Но если я уже зашла в магазин, я что-то выбираю, ко мне просто подходит человек и говорит, выходи отсюда, я не понимаю этого, я этого не понимаю. Можно мне хотя бы было сказать или намекнуть, почему? Может быть, ему не понравилось, как у меня хвост завязан, может быть, там у меня петухи, а может быть, его оскорбил мой макияж, или вот, да, кстати, именно так я была накрашена. Может быть, ему мой маникюр не понравился, извините, я не успела сделать маникюр. Что вообще теоретически во мне могло так сильно затриггерить охранника, что он просто меня вместе с моей подругой, которые, очевидно, пришли выбирать косметику, подходит к консультантам и спрашивает помощи, попросил покинуть помещение. Нет, не попросил, он приказал покинуть помещение. Я не знаю. Мне просто страшно от того, что ты в какой-то момент заходишь в магазин, идешь за покупками, у тебя прекрасное настроение, к тебе в один момент подходит охранник, и под язвительные взгляды консультантов тебе говорят, свали отсюда. Если я бы не была бы блогером, я не знаю, мне было бы очень плохо. Ребят, вы знаете, сегодня я поняла,
насколько тяжело многим из нас ходить в магазины, насколько у многих людей есть комплекс на этот счет. Раньше я поднимала уже эту тему о том, что подростков гнобят в магазинах, потому что я несколько раз была свидетелем ситуации, когда детей просили выйти из магазина. Я все это прекрасно понимаю. И я прекрасно понимаю, почему охранник делает свою работу, я прекрасно понимаю, почему консультанты делают свою работу. Конечно, я прекрасно понимаю, что есть определенная группа риска, нравится нам это или нет, но как бы она по факту есть. Но тем не менее, вы знаете, я считаю, что это было бы хотя бы справедливо. Я считаю, что я заслуживаю, хотя, наверное, не заслуживаю, чтобы мне просто сказали, почему меня просят покинуть магазин. Я считаю, что поднимать такие темы и рассказывать о них в своих инстаграмах вам, даже если у вас 10 человек подписчиков, это очень важно об этом говорить. Охранник не может просто так подойти к тебе и начать тебя выгонять. Когда мы вышли из магазина, мы очень долго думали, почему эта ситуация вообще произошла. Ну, правда, почему она могла произойти? И мы подумали, что, возможно, единственный вариант, почему нас выгнали, это потому что у меня и у нее цветные волосы. Я понимаю, насколько тупо звучит даже эта теория, но просто, а по какой причине еще нас могли выгнать? У вас есть идеи? Просто если у вас есть предположение, почему нас могли выгнать, обязательно об этом напишите в комментарии. Мне на самом деле будет интересно почитать теоретически, почему все время в магазине мы находились в масках. Мы в масках зашли, и мы в масках ходили по другому центру. То есть мы даже не перед тем, как зайти в магазин, надевали эту маску, мы в этой маске изначально встретились уже внутри торгового центра. Потому что для меня маску носить абсолютно изейшая задача. Я месяц прожила в Корее, я все это время ходила там в маске, мне абсолютно нормальное ношение маски. То есть это не та история, знаете, когда вот ты сама сделала какую-то фигню, и тебя за эту фигню взяли и наказали. Нет, эта история не про то.